Перми открывается образовательный центр Юрия Башмета. Знаменитый альтист, дирижер и педагог много лет занимается поддержкой музыкально одаренных детей. Его центр будет работать на базе Пермской филармонии. Здесь организуют мастер-классы для воспитанников музыкальных школ из разных городов края. Проводить занятия будут ведущие российские и зарубежные педагоги. Сам маэстро Башмет не раз устраивал творческие телемосты для аудитории нескольких городов, а также знакомился в Перми с юными талантами, когда проводил отбор в юношеский симфонический оркестр. Это очень интересно, и я должен сказать, что радует то, как учат. Я думаю, что уже несколько человек точно пройдут после сегодняшнего прослушивания.